8-9 год. Как с самого основания пришли, наверное, после того, как вы ее так и работали. Так вы здесь и менялись, да? И работать здесь одно удовольствие, говорят сотрудники газовой котельной в поселке Горки Вторые. Ее построили почти 10 лет назад. 3 мощных котла, новое современное оборудование от надежных производителей. Круглосуточно 2 оператора отвечают за бесперебойную подачу тепла в квартиры. Они следят за работой котлов, следят за температурным графиком, поддерживают температурный график. Температура повышается, понижается на улице. В соответствии с уличной температурой выдается температура теплоносителя в сеть. Либо больше, либо меньше. И опять-таки температура ГВС. Котельная обслуживает 24 многоквартирных дома, 5 социальных объектов. Уже скоро она будет отвечать и за подачу тепла в новую школу на 550 мест. Андрей Иванов проверил готовность котельной к подключению и ход строительства учебного заведения. Работы выполнены на 60%. Производим уже отделочные работы, выполнили полностью весь монолит. Также выполняются кровельные работы. Окна все уже установили, отопление пустили, воду опрессовываем. Вот. И остается только нам сейчас завершить благоустройство в теплое время. На территории школы будет большой стадион, площадка для волейбола и баскетбола, игровые зоны для детей младшего возраста. В 37 классах трехэтажного здания уже ведутся отделочные работы. Большие коридоры, 2 спортивных зала, столовая, актовый зал, библиотека. Сейчас на объекте трудится 136 человек и 2 единицы техники. Уже в июне строительные работы завершатся. И в День знаний в новой школе для ребят прозвучит первый звонок. Полина Бахова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».